2014 объявлен в России годом культуры. В нашей области уже подготовлено положение о проведении тематических мероприятий. Сегодня оно на утверждение у главы региона. Работа предстоит масштабная. В регионе более 700 учреждений культуры, 200 планируют отремонтировать за счет областного бюджета. Кроме того, необходимо закупить новую мебель и технические средства. Всего 20 тысяч единиц. И мы бы хотели, чтобы на уровне Российской Федерации, учитывая, что год культуры будет отмечаться в следующем году, были выделены дополнительные средства. Это на ремонты домов культуры. В ряде домов культуры нет даже пожарной сигнализации. А контролирующие органы сейчас просто закрывают дома культуры, и мы не можем их использовать. На заседании профильного комитета областной думы рассмотрели и обращение к Минздраву России о выделении средств по программе дополнительного лекарственного обеспечения. Сегодня на один рецепт из федерального бюджета выделяется 638 рублей. Этого недостаточно для лечения серьезных заболеваний. Депутаты просят увеличить финансирование еще как минимум на 200 рублей.